Слава Иисусу Христу, дорогие люди! Слава навеки Богу Святому, который милует, прощает, спасает и сохраняет. До этого места помог нам Господь. И верю, что и дальше поможет. Если мы будем верить, каяться в своих грехах, просить у Бога прощения, Бог простит. Потому что Слово Божие говорит о том, что Христос пострадал за наши грехи с вами на кресте. Он совершил все для твоего и моего спасения. Он заплатил великую цену. Вися на кресте, Он сказал, совершилось, уплачен. И сегодня, кто уплату Христа принимает, кается в своих грехах, Бог грехи прощает. Но Христос не только умер, Он воскрес. На великий христианский праздник Пасху вспоминаем, что воистину Он воскрес, Он есть живой. И Он призывает каждого человека обратиться и покаяться в своих грехах. Попросите Бога прощения. Примиритесь с Богом. Читайте Евангелие. Молитесь Богу. Бог слышит ваши молитвы. Бог слышит, когда вы обращаетесь. Я каждого из вас призываю. Молитесь за стройные силы Украины. Молитесь за наших воинов, которые защищают сегодня нашу страну от этого агрессора. И молитесь, чтобы Бог сократил эти дни кровопролития и наступил мир на нашей земле. Пусть Бог благословит вас. Боже, благослови всех людей, кто здесь едет. Благослови Украину, помилуй и спаси. Благослови каждого, кто здесь едет. Благослови Одессу. Благослови каждого жителя Одессы. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.